Чувашия древняя и вечно молодая строчка из стихотворений поэта Петра Хузангая стала названием книги. Она посвящена столетию образования чувашской автономии. В книге отражена история нашего народа от первых упоминаний в летописях до событий последних лет. История древней и вечно молодой Чувашии – это увлекательнейшее повествование, основанное на архивных документах, воспоминаниях, уникальных фотографиях. В создании книги приняли участие ученые ведущих вузов региона и Государственного исторического архива республики. Евгений Касимов, Федор Козлов, Сергей Кадыбайкин. Ребенок будет узнавать новое, а человек в возрасте будет вспоминать какие-то пережитые им моменты и сравнивать то, что есть по архивным документам, по фотографиям, по каким-то другим воспоминаниям, с тем, что непосредственно переживал он сам. Книга-альбом выпущена чувашским книжным издательством тиражом 4000 экземпляров. Текст иллюстрирован фотографиями, документальными и художественными. Главная особенность – это конверты, в которые вложены отлично выполненные копии архивных документов. В этом конверте мы в архивах нашли письмо Изиды Кошкиной. Ей было 9 лет, когда арестовали ее родители, и она пишет письмо к Сталину. Можно взять в руки это письмо, прочитать его. Это настолько трогательно. Она пишет: «Товарищ Сталин, не покинь меня на произвол судьбы. Мне хочется жить и учиться дальше». Она просит освободить свою мать из заключения. В Рио главы Чувашии Олег Николаев отметил, это не просто красивая книга и источник получения информации. Это память и возможность прикоснуться к богатому и разнообразному прошлому чувашской нации. Авторов и руководителей проекта он наградил юбилейными медалями в честь столетия Чувашской республики. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика.